Уважаемые белорусы, сегодня Лукашенко в Москве. И именно под это его визит в 14:00 российские самолеты ударили по территории Украины в Ровенской области, сделали петлю и ударили по территории Беларуси, после чего белорусские солдаты радостно колоннами пошли в сторону белорусской границы. У нас есть обращение нашего министра обороны Резникова, и я могу, в свою очередь, вас уведомить и второй раз повторить то, о чем мы говорили давно уже, что мы не собираемся воевать с белорусами, а вы не должны себе позволить втянуть в эту преступную авантюру, которую россияне провоцируют совершенно сознательно теперь же не только использованием вашей военной инфраструктуры, аэродромов и залпами баллистических ракет типа «Искандер» с вашей территории. А тут уже прямая провокация – удар по украинской территории, потом удар по белорусской. Распространите, пожалуйста, это видео, не дайте втянуть себя в войну, она вам не нужна. Мы за 15 дней уничтожили больше 12 тысяч российских военных. Не надо вам попадать в их число. Это не нужно Беларуси. Поверьте, распространять.